В день медсестры отметили лучших. Грамоты областного управления здравоохранения получили 9 человек. Еще 18 оценили на республиканском уровне. В честь праздника медсестры приняли участие в творческом фестивале. На нем побывала Ольга Файзулина. В медколледже профессиональный праздник отметили творческим фестивалем. Свои программы представили 20 команд. Сейчас готовятся к выходу сотрудники центральной больницы района Макжана Жумабаева. Наносят грим, надевают парики. Это будет юмористическая сценка о системе медстрахования. Среди участниц – выпускница колледжа Махабат Курмашева. Год назад я закончила колледж и по распределению начала работу свою в районе Макжана Жумабаева, в ЦРБ в Булаевском, в детской консультации. Работа с детьми для меня очень трепетно и очень особенно и интересно. Но в этой работе есть свои проблемы. Коллектив у меня очень дружный, и они все со стажем, и так как я молодой специалист, они мне дают совет, подсказывают. Ольга Садовая из Акаинского района считает главными качествами медсестры внимание, умение заботиться и сострадать пациентам. За преданность профессии ее отметили грамотой управления здравоохранения. Такую награду получили еще 9 специалистов. Очень горжусь этим. Хочу всех медицинских сестер поздравить с нашим профессиональным праздником, потому что медицинские сестры ближе всех находятся к пациенту. Недаром у медицинских сестер девиз «Светя другим, сгораю сам». Грамоты Республиканского общественного объединения специалистов сестринского отдела ПАРЫС вручили 13 медикам. А накануне в Астане 5 североказахстанцев отметили благодарственными письмами и почетными грамотами Министерства здравоохранения. Бакжан Сарсенову наградили в номинации «Лучший преподаватель медколледжа». 11 лет я преподаю медсестринское дело. Люблю работу. На своих парах стараюсь объяснить студентам суть и важность профессии. Рада, что сейчас все больше юношей стали выбирать эту специальность. В медицинском колледже сегодня учатся более 1000 студентов. Это будущие фельдшеры, стоматологи, акушеры, медсестры. За 86 лет существования в учебном заведении подготовили 21 000 специалистов. Ольга Файзулина, Рустам Тлюжанов, новости МТРК.